Зима в нынешнем году не отличается суровостью, и она уже близится к своему завершению. Но вопросы пожарной безопасности по-прежнему актуальны, и они находятся в центре внимания. Только действенная профилактическая работа по недопущению разгула огненной стихии даст положительные результаты. Главы городского и сельских поселений, представители всех заинтересованных служб были приглашены на заседание комиссии по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Славянского района. В районе обострилась ситуация в отношении пожаров, которые наносят большой вред как имуществу, так и здоровью граждан. С начала года произошло 18 пожаров, два из которых повлекли гибель людей. На одном пожаре пострадали 3 человека. И с этим, конечно, нельзя мириться. Если обратиться к причинам пожаров, то они остаются по-прежнему одни и те же. Это неосторожное обращение с огнем, неисправность приборов отопления, электроприборов, неосторожность при курении. Как показывает статистика, наибольшее число пожаров регистрируется в весенний и осенний периоды времени. Но установившись у нас в этом году теплой зимой, у нас прошел всплеск пожаров, в том числе возгорание сухой растительности и мусора. Основное количество пожаров по-прежнему приходится на жилой сектор. И для того, чтобы их предотвратить, нужна серьезная профилактическая работа. В целях усиления противопожарной пропаганды работниками администрации совместно с инспекторами проводятся разъяснительные профилактические мероприятия и выдаются памятки о соблюдении мер пожарной безопасности. На территории города работает санитарная инспекция. Вопрос о повышении уровня пожарной безопасности в районе требует комплексного решения, активного участия и взаимодействия всех заинтересованных служб. В ходе рейда в поселениях жителям будут разъясняться требования пожарной безопасности в быту при пользовании нагревательными приборами. Заместитель главы Славянского района, начальник управления жизнеобеспечения, транспорта и связи Валерий Яценко призвал активизировать работу по профилактике пожаров. Всем нужно помнить, что соблюдение правил противопожарной безопасности – это прежде всего сохранение жизни и здоровья людей, а также имущества. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События».